Более 7 километров дорог отремонтируют в текущем году в Сургуте. Обновят асфальт на 5 участках автомагистрали, которые определили сами горожане с помощью онлайн-голосования. Многие сургутяне ратуют за улицу Привокзальную. В порядок проведут участок Крылова от Грибоедова до Толстого, Пионерную от Виктора Васильева до дороги в поселок Финский, а также Бажова и Югорский тракт на участке от улицы Энергетиков до Югорской. Кроме этого, обещают завершить работы на Быстринской. В настоящий момент формируется проектно-сметная документация. Аукционы по определению подрядчиков проведут в марте. На остальных городских магистралях по поручению главы Сургута проведут ямочный ремонт. Как сообщает пресс-служба мэрии, помимо всего вышеперечисленного, в планах обновить и привести в порядок 11 внутриквартальных проездов за счет муниципального бюджета.